Несчастный случай или похищение. В швейцарских Альпах бесследно пропал один из самых влиятельных и состоятельных бизнесменов Германии. Что произошло с миллиардером, выясняла Татьяна Лагунова. 4 дня поисков и все безрезультатно. В Альпах ищут одного из самых богатых людей Германии. Владелец сети хозяйственных и строительных магазинов пропал на прошлой неделе. Карл Хауб отправился в горы покататься на лыжах и исчез без следа. Последний раз его видели на лыжной станции на территории Швейцарии. Поэтому сначала мы проводили поисковую операцию в этом районе. Сейчас радиус расширен. Мы ищем и на территории итальянских Альп. Пока что у полиции есть только версии. Миллиардер мог заблудиться, пострадать во время схода лавины или получить серьезную травму в результате падения. Поисковую операцию усложняет и плохая погода. В Альпах сильный ветер и идет снег. Поиски постоянно приходится прерывать из-за снежного шторма и угрозы схода лавин. В операции задействованы 50 спасателей из техники вертолеты. А там, где невозможно лететь, мы передвигаемся на снегоходах. Не исключено также, что Хауб стал жертвой похищения либо покушения. Родственники рассказали, что он всегда брал с собой телефон и оставался на связи. Но в этот раз, сразу после исчезновения, мобильный бизнесмена оказался выключенным. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».